Всем привет, меня зовут Ангелина, и вы на канале Mobile MHO. А мы снова обращаемся к теме здоровья, а также красоты. Впрочем, одно редко бывает без другого. Наверное, у всех у нас есть или когда-то были весы, но цифры, которые они показывают, мало что говорят о нашем организме. А вот представьте, если бы был девайс, который оценивал не только вес, но смотрел бы куда глубже, а именно в мышцы и жировые отложения. В общем, вы уже догадались, что речь идет о так называемых умных весах, или сложнее, диагностировать. Анализаторе состава тела. Сегодня посмотрим на прибор от японской компании Tanita, модель BC545N в серебряном исполнении. Для обзора нам его предоставил наш генеральный спонсор, интернет-магазин abc.ru. abc.ru – шопинг для умных! Для начала распаковываем девайс и смотрим, что там в коробке. А там весы, подробная инструкция по эксплуатации и 4 пальчиковые батарейки. Стоимость весов на сайте abc.ru на момент записи обзора 14 555 рублей. Девайс выглядит немного необычно, хотя в целом он похож на весы. Кстати, сам он весит 2,5 килограмма. Серебристые фрагменты на измерительной платформе – это электроды. Снизу черная кнопка включения прибора. Дисплей разделен на две части. Верхняя будет показывать цифры, нижняя – инфографику. По бокам от экранов расположены функциональные кнопки, мышечная масса и содержание жира, клавиши настройки и выбора пользователя, а также стрелки, с помощью которых вы сможете переключать результаты для просмотра. Весь этот блок с дисплеем и кнопками находится на ручке, на которой, кстати, тоже расположены электроды. Чтобы произвести измерение, нужно встать на весы ровно, не сгибая ноги в коленях, расположить ноги на металлической пластине, руками взяться за ручку, выпрямиться, потянув ее на себя. Девайс сразу же покажет вам ваш вес, а затем в течение 40 секунд проанализирует остальные показатели. Чтобы посмотреть их, нужно будет пролистать данные с помощью кнопки Result. Первый показатель – индекс массы тела. Думаю, про него слышали все, кто хоть раз посещал терапевта. Он говорит о недостатке или наоборот о переизбытке веса. Дальше прибор покажет процент содержания жира в организме. Влияет он не только на внешний вид, но и на развитие некоторых заболеваний. Потом идет содержание воды, количество жидкости в проценте от общего веса. Поддержание здорового уровня гарантирует вам отличное самочувствие. Дальше следует мышечная масса. Важный показатель для тех, кто, например, занимается силовыми видами спорта. Затем весы оценят ваше телосложение по шкале от 1 до 9, где 1 – это много жира и мало мышц, а 9, конечно же, наоборот. Следом идут данные о костной массе, то есть весе всех костей в вашем теле. Его недостаток свидетельствует о не слишком хорошем питании и малых физических нагрузках. Далее весы покажут ваш базальный метаболизм. Это минимальный уровень энергии, необходимый вам для обеспечения работы организма, дыхания, моргания и прочего. Кстати, базальный метаболизм сжигает 70% всех калорий, потребляемых за день. Чем он выше, тем быстрее организм избавляется от лишнего жира. Еще один интересный параметр – метаболический возраст. Весы покажут, на сколько лет потянет ваш уровень обмена веществ. И последнее, но не по важности – уровень висцерального жира. Это такая неприятная штука, окружающая жизненно важные внутренние органы в брюшной полости. Чтобы оставаться здоровым, процент его лучше держать как можно ниже. Вот так, казалось бы, обычные весы смогут сказать практически все о вашем организме. Но, думаю, все-таки стоит пояснить, как они вообще работают. Вероятно, многие слышали про биоимпеданс. В фитнес-клубах обычно предлагают такую услугу. Так вот, весы Tanita как раз используют метод анализа биоэлектрического импеданса. Как я уже говорила, в ручке и в панели весов расположены металлические пластины. Когда вы встаете на весы и беретесь за ручки, между ними через ваше тело проходят электрические импульсы. Дело в том, что электрический заряд гораздо быстрее проходит через мышцы, чем через жировые отложения, поскольку в мышечных тканях ее около 70%, а в жире ее почти нет. Анализируя скорость электрического импульса, весы определяют, чего в вашем организме больше. Умные весы сначала анализируют ваш организм, а потом еще и запоминают результаты. Можно посмотреть не только 7-минутные показатели, но и средние за неделю и за месяц. Пользоваться прибором одновременно могут 5 человек. Весы будут различать каждого пользователя. Кстати, посмотреть все параметры, которые я перечислила ранее, можно как по организму в целом, так и по отдельным частям. Например, определить процент жира в
правой руке. Если вы сейчас задумались, а нужен ли вам такой умный прибор, то я готова ответить. Да, если вы работаете над своим весом, худеете или наоборот набираете массу. Да, если вы тренируетесь и хотите быть уверены в эффективности фитнес-программы. И да, если вы просто следите за здоровьем и планируете оставаться в неплохой форме. Кстати, пользоваться весами могут даже дети старше 5 лет. А вот на профессиональных спортсменов и беременных женщин их функции не рассчитаны. Ну а мы, как всегда, напоминаем, что все домашние приборы подходят только для контроля, но не для самолечения. И если весы показывают неутешительный результат, то, пожалуйста, я вас прошу, обратитесь к врачу. А на этом все. Ставьте лайк, если планируете быть в форме к лету. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить обзоры новых умных гаджетов. С вами была Ангелина, Mobile.mho. Всем пока!